я занимал. По объективным причинам. Оно 80 не получилось. Получилось 72. Розетку поставили слишком низко. И я где-то максимум. Уже выше я поднять не мог. А сколько получилось? 72. Ну, супер тогда. Вот это вот как бы нормально. Более чем. Ну, нормально. Во-первых, улаживать будет, да? Ага. И все. Ну, надо, она так не работает, надо что-то поставить на нее. Ну, специальная, да, специальная посуда, по-моему. Да, 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 да. За день это и не пришло. Он не пришел, да. Ну, вот все так обманывают, если так он никто не пришел. Ну, лучше получилось. Не, ну, замечательно, мне очень нравится. Да? Да, 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 да. Ну, еще лучше не стараться. Не-не-не, не все хорошо, Виктор, спасибо большое. Давайте так, что... Так, сейчас я еще в туалете посмотрю, да. Я думаю, что-то мне плохо видно было, это же не мои очки. Нет, тут кто-то оставил очки. А я, блин, думаю, что-то все хуже, да, хуже. Думаю, неужели зрение пошатнулось? Тут ничего не дарил. Что я могу для вас сделать? Вот что, я хотела поговорить. Можем, вы, может быть, возьмите... Нет, у меня вообще просто времени очень мало, поэтому вот как бы сегодня говорить на какую тему и вот, ну, попозже. Потому что у меня внуки дома одни. Нет, ну 5 минут хотя бы. Нет, ну 5 минут есть. Поговорим, ну, чтобы никого не нервировать. Нет, ну вот все будут, тут уж некуда девать, да, потому что... Ну да. Нет. А что это такое? Это картина. Это даже медитация, да? Не, ну это не мое, ну как бы. Ну, я просто, вы знаете, вы вообще в курсе? Ну, я в курсе только того, что вы мне рассказали в прошлый раз. А, по телефону, да? И там то, что... А видео какие-то видели вообще? Потому что нет, много нет, видео, нет, у меня нет, негде смотреть. Ну, у меня да. Ни телевизора, ни это самое. Вот, и у меня просто сейчас нет времени этим заниматься, но я тут подхожу иногда, чтобы быть в курсе, потому что юридически этот вопрос не решен еще. Но вы очень красиво все сделали, я поздравляю вас. Но юридически это все еще считается и ваше, и наше. Да? По старинным законам это не решено. Но я вижу, что вы тут вложили много души и ресурсов, конечно. Я просто хотела понять, вы познакомиться, чтобы и вам было хорошо, и мне, чтобы мы нашли какое-то хорошее решение для всех. Ну, а какое решение? Надо человеческое решение решить. Ну, вот надо, было бы хорошо, если бы мы могли сходить к Рижской думе, например, да, и начинать обе версии разложить и сказать, что надо находить человеческое решение. И чтобы нам высшие структуры, которые тут власть заимели, да, помогли. Просто мы сейчас у нас, если бы какой-то денек могли бы отложить, было бы очень замечательно. Ну, до сентября точно ничего не могу. Ну, это тоже хорошо. Как бы, да. Опять же, я не вижу в этом смысла, честно говоря, для себя, да, что-то, потому что, ну, как бы у меня проблем вот на сегодня нету с этой квартирой, да. Вот, поэтому мне даже вот с чем, куда мне идти, я, честно говоря, я, ну, не представляю. Вот, ну, потому да. Что, как бы, по тем, как у меня все сделано официально, через официальных юристов, бумаги, адвокатов и... банки и земельную книгу, поэтому как бы я даже не знаю, вот куда мне с чем идти, вот, что мне нет, говорить. Нет, у вас проблем нет, потому что вы врубились в систему оккупантов, которые тут все захватили у нас, да?
Не, ну по принципу я сама купанка, да, поэтому как бы... Ну да. В общем, да. Но понимаете, как это поставлено? Это, я тоже была оккупанткой в Швеции, да? Но я оттуда съехала, чтобы, ну, поправить систему просто, да? Они как нас оккупантов сделают, и мы друг друга кушаем, и людей становится меньше. Это так система поставлена, да? Но нам... И я вижу, что вам это будет нравиться, да? Но это все равно отзовется, потому что у них план довольно страшный на всех. Потом, когда вам за вами тут, вам не будет с кем разговаривать больше, да? Никто вас не будет спасать. Потому что все-таки надо поставить обратно человеческие системы. Нет, ну как бы. Нет, вот. Потому нет. Что вот этот глаз, вот кто имеет этот глаз, вы это знаете? Нет. Вот это, а это надо вот вам узнать. Потому что если это сатана, тогда большие проблемы. Да? Не, ну обычно как бы у нас то, что связано, например, с йогой, да, то третий глаз это, в общем-то, глаз внутреннего видения и внутреннего восприятия. Ну, третий глаз это божественный глаз, но какой имеет. Ну, как бы к сатане это никакого не имеет отношения, поэтому. Боги, они разные. Ну, есть. У нас, я не знаю, у кого разные. Да, у меня только один бог, и поэтому. Я не знаю это других богов, понимаете? Я хожу в православную церковь, и я не знаю других богов. Это независимо от того, что я или вы веруем, все-таки есть реальный мир, и они, если вы посмотрите вокруг, у богов разные имена во всех странах. Так что сказать, наверное, что есть один бог, это довольно наивно. Наверное, я такая наивная, но что делать? И все-таки надо на богов любви ориентироваться, чем смерти. Да? А тут православные они тоже кушают, пьют кровь, кушают и культ умерших. Да? А надо ведь живых не надо спасать. Так что познакомились. Очень приятно. Очень приятно, да. И сочувствую вашим проблемам, но реально я не вижу, чем я вам как бы могу. Ну это ну сходим, поговорим. Нет, реально. Ну вот мне реально, а что, вот как вот встаньте на мое место? Имущество, да? Чтобы они дали или мне другое имущество, или вам, да? Потому что нас тут выперли без криминально, ну, тогда вам надо полицию, да? Идти, а не в Думу. А что там тоже делает? Все сидят, тут бардак, тут вообще война идет, да? Вот приезжают люди, которые работают на других и все закупают, и нас составляют без ничего, да? Потому что нам никто банки уже не оставил. Ни одного банка нет, коренные жители руководят. Да? Ни одного. Да не знаю, мне кажется, во всех банках вот еще работают. Они-то кто? Они работают на оккупантов. А вот и еще нет ни одной языческой церкви. Ни одной. Это вообще крещенные походы, да? Это просто и это во всем Балтийском регионе. Нет ни одного. В Швеции то же самое. Это самое страшное время инквизиции, какое есть сейчас. Ну, поговорили. Ну, буду вам звонить в сентябре. Проблемы не будем делать друг другу, но будем искать. Нет, решение. Ну у меня в планах нету вам делать проблемы. Я не знаю, как у вас, почему как. У меня нет людей, которым я сделала проблемы, да. Да, очень. У меня нет ни одного человека, поэтому как бы. Замечательно. Посему как я. Так, Виктор, вы еще придете? Да. Да? Хорошо, я вас так делаю. Я просто лишнюю разберу. Да. Ладно, всего хорошего. Все, до свидания, да.
У нас просто разные представления о этой картине. Да. Она просто и моя, и Марин, и Маринина. Да? Да. У вас что-то вообще есть? Ну, это квартира. Я говорю, что это моя квартира, она говорит, что это ее квартира. Так. А вы здесь жили когда-то, да? Да, мы перед ней там жили. А вот.